очень важная конструкция, которую я здесь увидел, это тройной дымоход с щелью между внутренними двумя трубами. Она будет, конечно, нагреваться, труба основная будет охлаждаться. Вообще, правильно было бы, если бы это вентилируемый был зазор. Тогда эта труба будет охлаждаться и не будет разрушаться от нагрева. Если мы организуем вентиляцию, будет классно. А кроме этого, внешняя сторона будет меньше греться из-за этого зазора. Ну вот я это увидел конструкцию, мне очень понравилась она. Делают ее, видимо,